второй запуск за 10 лет. Слышишь, сейчас как-то легче заводится, чем в прошлый раз. Обалдеть вообще. Просто. Вообще без вопросов. Можно сказать, с полоборота, как для такого ретро. Зажигание, наверное, сбилось, Макс. Зажигание сбилось, наверное. Друзья, дожди идут регулярно. Вон, посмотрите, какая лужа. Вот танковая. Витя с Леней где-то. Леня ехал. Витя сказал, написал, что он уже здесь. Но не звонил. Где-то уже рысачат здесь. Но мы едем продолжать. Да, следы есть какие-то. Продолжать ретро. Разгребать ретро-дефициты. Леню не видно. Витю тоже. Это Хрущев сказал или что там? Хрущев? Хрущев, да. Он сказал, что семейный это... Семейный автомобиль? Да. А как всем залезть? Как всем? Нормально. Вон сзади сиденье. Это же не смарт. Тут места полно. Павло даже залазил, елки, пролазит. Двери же, видишь, большие же, даже если разожрался, то влазишь и открываются в елках, чтобы животу не мешало. Смотри, дверь. Открой. Что, руками не? Что? Что как на гоночной? А, спидометр? Ага. Так, что у нас тут? А тут мы ничего не положили почти. Инструмент, грелочка, омывателя. Угу. Стоп, а тут... Да, под грелку, смотри, форма четко, да? Угу. Обалдеть вообще. Только как оно туда вставляется? Ну вон хомут, просто то хомут лишний. Давай я подержу. Видишь, хомут второй запасной. Угу. Вот тот хомут снимаешь и на тот хомут вот ставишь. Подставляешь? Да. Вот она, видишь, как в форме, кто там сомневался, что это родное. Сверху-то, да? Да. Ты представляешь, конструкция, это вообще шок. Да, так и было. Угу. И типа заливается туда. Угу. Водичка. Ну вон хомут, два хомута. Хомут запасной оригинальный. Угу. На eBay можно продать. Можно тогда сделать вот так. Сейчас мы раз. Вот так отсоединяем. Макс уже все. Представляю. Там пробку забыл. Наверное, пробку сразу вверх. Так что две пробки? А, не, то запасная, да. Убирай. Пробку убирай. Оригинал вообще. Охренеть. И вон, видите, это резинка с пробкой четко в размер. Да, все, оригинал. Можно заливать. Блин, в машине ни одной детали нет за колхоза. Все, все родное. Все открылось. Да, тут еще скарба. Мама, не горюй. Масло, да, менять? Масло надо прогреть, чтобы менять. Решеточки. Ноль. У меня БУ чуть-чуть. Ободков гора. Меня, знаешь, что порадовало, конечно, тут все целенько. Фары на месте. В родных местах. Два запорожских новых, да. Левые. 968М. Термоусадка, уплотнитель, как обычно все. Давай сиденье зафиксировать, может, не фиксируется. А, там мешает немножко. Телефоны же вон. Ты видишь, что другая морда, Руслан? Да вижу, конечно, я там еще видел. Морда другая, к сожалению. Но это как... Новая, но другая. Другого но года выпуска. А, и крючок. Номера нету, один номер. Ну, а какой номер? То БН уже.
переварка. А вот и крыло Горбатова. Смотри, какое оно четкое. Тут левое, все новое. Пошу там полностью все. Много. В идеале. А какие дешевые? Левые дешевые, да? Левые дешевые, да. А правые? Правые дорогие. Левые сколько ты говорил? 700 гривен? Угу. Правые по 100 долларов. Вот так вот. Не знаю, какой мне подписчик обещал прислать. Этот автомобиль, а у нас такой... с телефоном сразу. Да, у меня в детстве Алло? Такой был, только зеленый. Если хочешь мне позвонить, набираешь 8, ждешь гудка 056 и пошла на борт. Телефона оба. А вон эта книга, давай книгу посмотрим. Я ее на видео увидел, а так не помню. 65-й? Ёлки-палки. А, АБ и АР. Класс. Володя. Телефон, да? Угу. Каталог деталей легковых. 965А, АБ, ВИШ и АР. Угу. Тут все есть. Глянь, каждая деталь. Генератор. Угу. Все разложено. Поворачивать фары, стоп. Даже сколько труда, блин. Даже такую маленькую, простенькую машинку сделать. Сколько деталей, сколько всего. Газеты. Запрошуем мы на веселье. А ну кого? Кто ж там? Так, 5 августа 78 года. Улица Балтийская, 107. Сережа и Валя. Тетя Аня и дядя Коля. Шановные тетя Аня и дядя Коля. Видишь? Класс. 78 год. Приглашение на свадьбу. Прикинь. Так, а это... схема, схема чего-то непонятного, газетки, что там? Это, наверное, под сиденьем надо убрать. Это все надо убрать, да. Вот, смотри. Обалдеть вообще, в оригинале. Говорит, плоскогубцы, он две пары тебе, пожалуйста. Деды, глянь, щеточка в каждой машине, чтобы убирать. Вот почему он порог снял, непонятно. Смотри, тут все вроде в хорошем состоянии, а порожек там лежит с той стороны. Может, может заливать. Хотела антикором, может еще что-то. Так, ну что, смотрим задние сиденья. Да, вот там самое, это самый скарб. Техосмотры, бардачок брось. Впереди он, да. О, тут еще, смотри. В бардачке куча всего. Все в кулечках, непонятное что-то. Тут какие-то запчасти в носках. В носках, да? Свечи. Ну вот тоже, тоже от двери, видишь, в новенькие, еще не езжены. Угу. О, смотри, манометр опять оригинальный. Да, класс. Второй. Все в каждой машине. У деда четко тоже так было. В машине манометр, я же говорю, перед каждым выездом колеса проверялись. Ну, это правильно. Может, надо не перед каждым, но хотя бы раз в неделю, раз в месяц никто не делает. Ну, сейчас шиномонтаж. Ну, там, короче, такое что-то навалено все подряд. Так, давай. Вот. Стекло. Ты возьмешь все? Да, сейчас. Стекло. Со стеклом, конечно, решение четкое, что лобовое и заднее. Угу. Смотри, в аптечке запчасти? Жгут. Нет, аптечка. Аптечка. Аптечка, ну жгут, такая. Йод. Ну, то, что надо. Самое основное. Первое необходимое, да. В случае. Так, Макс борется с сиденьем. Не просто там. А это что вот это такое? Вот это, Макс. Я не знаю. Печка, может? Печка не тут. Может, усиливатель искры какой-то? Вряд ли. Тогда такого не было. А? Мокро все. Мокро все, да? Ага.
Странно, одену. Где-то с уплотнителей течет, наверное. Да. Угу. Там ничего нету, да? Не, ничего нет. А в моем все там. А какие были бы? Ну, москвичи там. Москвич был 4, 4. Жигули были 4. Ну, Жигули позже появились, а Волга 3. А, 3, да. Ну, конечно, Волга 3 была. Москвич, наверное, который более старый, тоже 3, наверное, был. Сейчас даже 5 передач мало. У меня в Крайслере лежит 9 передач. Как 9? 9. Да ну, не бывает. Бывает, что они типа пробей в интернете. Экономят топливо, чтобы нагрузки на двигатель меньше, да, было. Ну, не меньше, обороты ниже, типа. Да. Да не, обороты те. Ну, 9 в автомат с 9 есть. Да. Дед снял накладку порога. И лежало с той стороны с винтиками все. В комплекте все родное. Да, под реставрацию идеально, конечно. Ни одна деталь левой нету, ни одной. Блин, раскладывается, работает механизм. Спать можно было ложиться. Да, и по салазкам вперед-назад двигается тоже. Так, только как? Там где-то вот фиксатор нашел. Примерзло просто. Да ладно, то потом. Или алюминка, или титан. Ну, титан цвет не такой. О, это опять шпринцовка. А что она тут? Что, много шпринцевать ее, да? Ну, тяги, да. И рулевой, и переднюю подвеску. И знак аварийный какой, слышишь? Покрашены. Да, где-то ДТП было. Сын деда говорил, что дубасил он его несколько раз. Ну, возвращали на место все. Так, аккумулятор стоит. И еще раз повтори. Говорит, ее тупо красить надо, полировать не получится. Мне казалось, что она лучше. Что, полирнешь? Она тогда была в лучшем состоянии. Надо вот это снять, сейчас где-то тебе положу. Да давай. Второй запуск за 10 лет. Сейчас как-то легче заводится, чем в прошлый раз. Обалдеть вообще. Просто. Вообще без вопросов. Можно сказать, с полоборота, как для такого ретро. Зажигание, наверное, сбилось, Макс. Зажигание сбилось, наверное. Надо поправить. Давай чуть вперед. Работал. А ну пускай, нам на холостых пусть. Смотри, как работает. Не, холодная просто. Едет, что на ней. А двери все будет закрывать. Там нет. Сейчас пусть прогреет. Обалдеть, как работает. Просто удивляет реально. Карбюратор просто как в мотоцикле по размерам. Я такой никогда еще не видел вообще. Это видно полностью родной вариант. И фильтр маленький совсем. Релюшки. Конечно, максимально простая машина, ничего не скажешь.
попробуем померить давление масла и компрессию. Компрессию не знаю, но давление нужно померить. Слышишь, Макс, ровно неделю назад мы в это время его и заводили примерно, ты знаешь? О, а ну-ка, нюхай. БСК, БСК. Не-не, это тут четко БСК слышно. А с ними есть зарядка, интересно? Ну, подожди. Снимал ты клемму? Нет. Заглохло. На холостых у них с зарядками вопросы. Заводится даже. Да, лучше, чем говорят, джип. Да, да, лучше. Вот смотри, какая штука была. Макс. Смотри. Залил тормознухи. Обалдеть вообще. Так, новый пилот. Коля, Коля, осторожно ты. Сильно не стартуй только. Чтоб не сорвать плитку. Плитку с асфальта не сорвать. Ты шо? Ребенок рядом, осторожно. Стой, стой, все открыто. Сзади капот открыт. Тормозов нету. Нету этого, нету тормозов. Тормозов нет, подожди, не едь. Сейчас сделаем ТО, потом поедешь. А можно на ходу? А ногой так? Можешь, кстати, тормозить, видишь? Подсветка моторного отсека родная тоже. Клапан покажи какой. Клапанчик. Охренеть вообще можно. Значит, все родное. Такое редко встретишь, наверное, сейчас. О, есть. Работает? Ну, еще и работает, смотри. Подсветка моторного отсека. Главное, не сломай. О, выключил. Класс. Прогрелся, лучше работает. Ну, это же на печку. А это тогда. Отсюда же тут выносит, туда что? А. Это типа что, дополнительно? Ну, там же выбаски нет. Да было тут выбаска должна быть. Откуда? Ну, выбаска, вот у нее насос же стоит на выбаске. А это дополнительное что-то так еще. Там нету выбаски. Так она ж тут стоит. Горбатом вот здесь стоит она. Вот ее место вот. Ее просто нету, наверное. Она вот здесь стоит. Нам же этот продавец, который мне продавал тогда, он говорил, что вот тут стоит. Ну вот это решение тоже. Ты видишь, это... А, это этот. Дополнительный забор воздуха. Не, это... Думаешь? А нет, теплый сюда дует, видишь? А это берет. А в других запорожцах он дует сюда или нет? Ну, более новых. Да. Поменяли же они в сороковке, уже в эмке поменяли. А в ушастом и в арбатом наоборот. А было? Столько стояло ж. Он? А видишь, больше, меньше. Это большой, да. Значит, тот. Сейчас замену ремня. Хорошо, когда машина легкодоступная в ремонте, да? Смотри, голыми руками замена ремня. Ручку, да, кстати, ручкой поменяешь. Все равно голыми практически. Ручка не считается. Стоит? Не перетянут? Нормально? Я думаю, что чуть пойдет. Надо ее машину обмывать или нет? Обмывать? Ну да. Сегодня ты хочешь? Я вон деватель взял, сейчас помою. Да, это вариант. Мы ее, это, как в этом Титанике. Запустим, как в Титанике? Нет, ты что, это же на море только, это же сухопутный катер. Так, а это что, натяжитель?
натяжитель ремня? Где? А, это не, просто скоба. Нет, тут же. Короче, мы сейчас заедем на мойку, все вымоем, здесь красиво, с кёрхера, да? Да, сейчас тормоза только надо сделать. Это должно. Надо там снимать колеса, потому что там не подлезешь. Не подлезешь, а ты, да? А ты потом ее заведешь? Чтобы, а, типа, когда после помой... мойки? Угу. Думаю, вряд ли. Мало ее было. Мало масла. Не, ну на щупе было норма, да, типа? Да, на щупе было максимум. Блин, надо посмотреть в книжке, сколько масла. Ну, интернет есть. Литра 3, наверное. Это вы для него купили такое масло, да? Да, масло оригинал. У тебя? Золотое, да, золотое. Смотри, какое модное масло. Горбун, горбун такого не видел. Никогда. Не пил. Говорят, что у него большой расход масла, да? Ну, вообще у горбуна. Ну, сложно сказать. Я пока так много не проехал, чтобы понять, какой расход. Ну, литра 3, я думаю, в системе. В сороковке 4. Стопаки у него красивые. Не, в сороковке меньше 4, там 3,6 или что-то такое. Стопаки, да, оригинал. Американский. Красный. Так ты ее хочешь довести, чтобы она и покрасила, что ее, да, все сделал с ней или нет? Ну да, это. Ну, у меня же это же не мой, это Макс, а мой у меня тоже. Сейчас. А, на... я думаю, что он так щепетильно к ней относится. Не, понятно, конечно, Макс. Нежно. Моя тоже ты стоит. Макс жене подарил на 8 марта. Да, подарок уже, готовишь? Я уже вторую машину ей подарил. Кабриолет у нее был недавно. 69. Продали. Там дорогая реставрация оказалась. Это типа, если его довести, ну, до ума, да, то его можно нормально продать, да? Что, сколько вошло? Сейчас посмотрим. Это сложно максимум сказать. Сейчас. Максимум уже, да? Ну ты же ее, Макс, не для себя же ее взял, да? Это для себя. Для себя? Руслан, не, ну если что, тебе уступит. Она, Руслан, жена гонять. Улыбается, значит, брёшь ты. Руслан гонять на выставку. Да не, для себя. Для себя, да? Да, в оригинале. Вот, это сколько? Ну, литра около 3, меньше даже вошло. Вот хочу посмотреть, что внутри. А, пробка тут, да, Коль? Все в масле, конечно. Все в масле, да? Ну, видишь, ну работает оно, видно, в своей равновесии в своем находится. Да, все в масле, конечно, тут. Это у него не отнять. Ого, зазорище. Ну, видишь, как раз. Ничего себе. Так, а как же он меньше работает? Да нет, да нет, да ты нарушишь равновесие, нет, баланс. Нет. Норма. Говорит, хочу все равно уменьшить зазор, хоть он там. Он же любитель же. Нестабильный, ну да, профессионал, я бы сказал. Что, тебе подыскивать такой? Будем на 3 гонять. Кто? Дом. Не, не надо. Не хочет, Коля. Таких смелых людей мало, как мы, да, Макс? Ага. Их нет, Яна говорит, вообще практически не осталось, да. Ну, дед был вот этот, ну, видишь, его тоже нет уже. Тот, что нам оставил этот скарб. И нас скоро не будет, Руслан. Да, не, ну мы еще не скоро, я надеюсь. Да что за? Ну, оно все быстротечно, конечно. Конечно, вся жизнь протекает как одна секунда. Моментально. А ну, пробуй, хоть работает он после регулировки. Мы что, живем не завтра, и новый ремень. Только так, все, не отвлекай, мы сейчас, сегодня. Мы о другом сейчас. А на новом масле, блин, как он сейчас зашепчет. С новым зазором в трамблере, с новым ремнем. Да тут нового сейчас больше, чем за последние 27 лет. Сейчас раз и не заводится. Или наоборот. Класс. А ну масло. А, давление же мы хотели масло померить, Макс. О, тухнуть начало давление. Вон лампа давления. Не, механикой померить бы. Да, на новом масле. А если 10W60 залить? Как-то хуже работать стал, да? Как будто на 2 цилиндрах. Не-не, как зажигание неправильное. Ага, оно. Или зазор. Это куда? Я не знаю, что, мы не мешаем.
нарушил. Давай зазор на место возвращай. А ну попробуй зажигание раньше сделать. Да. Руслан, попробуй зажигание раньше. Ты ж зажал трамблер, Макс. Давай. Наверное, это позднее. Оно еще. Оно отпусти. О. Сделал еще раньше. Не, ну еще иди сам попробуй. Или ты газ держишь. Она работает. Блин, как четко работает вообще. Фантастика. Ну, покрути. Вот это, наверное. Нет. Вот это, наверное, четко. Это позднее, да? Да, да. Закручивай. Не, надо чуть раньше. Хорошо работает. Не-не-не. А, поздновато. Ну, поверни еще. Сделал, давай. Компьютеру выставлено, понял, дедом. А ты просто нарушил равновесие, то, что я и говорил. Видишь, не мешай машине работать, и она тебя не подведет. Да знаешь, не, ну мы когда заводили, она стреляла, пыхкала. Это... Ну, пыхкала, потом прогрелась, не пыхкала, оно ж было на горячую рассчитано. Смотри, тут свечи еще и разные стоят. Свечи, давай свечи поменяем. А провода есть? Нет. Блин, ну смотри, провода тут, конечно. Провода. А где, одите провода, Руслан. Провода в багажнике. Discovery остались, да? А, я тебе отдал их, да? Ну, нет. Ты назад их, кажется, отдал. Они не подойдут? Оди в багажнике, в бэхе? Да. В бэхе, вот в этом багажнике должны быть. Коля. Ты спрашиваешь, где Макс работает. Смотри, у него, видишь, свой порошок. Понятно, свой бренд. Так, где же свой бренд. Справа смотри, справа. Рой. Коробочка. Нету? Может, в Discovery. Я не помню, отдавалка или нет. Вот тут под тадом, может. Под тадом. А там много было проводов. Ну, коробка была целая. Нету? Discovery остались. Да не все были. Тут они рассеяны просто по багажнику. Залупазловский оригинальный Макс снимает. Те, что приехали издалека. Троит она, блин. Говорил, нарушишь равновесие сил в природе. Теперь троит, а то она не троила, тогда четко работала.
Давай искать, какой цилиндр не работает. Искать, какой не работает цилиндр. Я бы такой бы, что все поменял. Свечи? Не, ну свечи можем поменять, свечи же есть. Это не свечи, это ты нарушил просто. Руслан, мы когда заводили, она пыхнула, стреляла. Но она не троила. Или нет? Да. Ну может. Давай свечи подкинем. Так, каким-то чудом случайно у меня лежал трамблер в багажнике. Да, чудом. Ты готовился к этому дню. Я готовился к этому дню, да. Блин. А он подойдет? Ну да, от Бахишин. Они же взаимозаменяемы. Так, свечи я нашел, Макс. Угу. Новый оригинал. Сейчас новый трамблер, новые свечи. И новая жизнь. У горбуна. Коля, люди на станциях за такое ТО сотни долларов платят. А тут, Макс, все, масло новое. Сейчас свечи, трамблер. Я вот это опять боюсь, чтобы равновесие. Макс говорит, за мной, что лепит какую-то пулю. Чтобы мы не нарушили равновесие, вот это я переживаю. Или ничего не нарушим. Там бережно относись к трамблеру моему. Это мой трамблер на обкатке пока. Это я на свой горбун приготовил. Понимает вы там или нет? Да что-то понимает, мне кажется. Да он на мопеде в школу ездил в третьем классе. Ты можешь себе представить его уровень подготовки? Ты где жил? В селе куда-то жил? Да не в городе. Что? В городе. Дом. Снимается? А потом в ПТУ я уже на мотоцикле ездил. Да? В мыльнице, в лавочке. А в институт? В институт я, блин. Уже пешком, да, потом? Там по-другому никак. Кажется, дождь начинается. Тучи сгущаются. Над нами? Угу. Так что ты давай. Его заводим? Ускоряйся. Макс говорит, я куплю электронный, а этот мне переставим тогда. Я его и на голубенький планировал. Какой у тебя цвет машины, кстати? В техпаспорте. Серо-зеленый. Серо-зеленый, да? Ага. Красивый, слышно, надо будет на подбор заехать. Там у меня Саня есть знакомый. Он разобрал. Серо-зеленый, говорит. Трамблер, ты помнишь хоть как стоял? Чтобы не нарушить равновесие. А что, у меня люфта нет, нормально там? Да, да, хороший. А, и надо этот, вакуум, где на том трамблере. Переставить. Так, все, Макс. Почти установил. Теперь провода, помнишь, как были? Ну, сейчас будем угадывать опять. Ну, тут провода вот очень печально. Очень. Да не, ну, постриги они толстые, красивые. Не, мы сейчас попробуем те поставим. Давай, те мы не поставим, потому что нет закруток. Давай на этих пока, оно же работало. Или нет? Провода, да, что-то мы не продумали этот вопрос. Провода важно, конечно. Так, я две свечи выкрутил, они в ужасном состоянии. В ужасном, да? Так, одеть свечи. Сейчас. Свечи вот. Две тебе давать? Да, две. Я буду одной рукой сразу две закручу. Нора, покатайся на нас в Запорожье. Нора. Привет. Макс говорит, одна свеча хорошо только работала из всех. Ну, провода, конечно, печальные. Провода, наверное, в оригинале еще. Помнят деда и его молодость. Так, ну что, я сейчас пробую заводить, а ты раньше, позже. Давай. Или ты пробуй. Или давай я. Давай уже свою, чтобы руку не менять. Вот, смотрите, новые свечи и новый трамблер без... О! Теперь крутануть еще, да. О, смотри. Вот. Сразу ж по-другому работает. Вот вам и...
вообще четко. Просто класс. Просто класс, Макс. Я был скептически настроен. Не, ну чудес не бывает. Новая крышка, новый трамблер. Залупазловский, это фамильный уже. Макс сейчас. Карбюратор на винты регулируется. Ну, обалдеть, конечно. Там просто разбитая. Идеально вообще. Что? Лучше чуть-чуть, чтоб не глохло. Да, Макс еще карбюратор регульнул. Ну, красиво работает. Тормоза остались. Ну, провода то самое простое на самом деле. Блин, дождь начинается. Блин, мы внутри, Макс. У меня лицо еле помещается в эту машину. Дальний есть? Да, и тут загорается дальняя лампочка. Да? Не газуй, блин, ты сейчас отравишь всех вокруг. Дворники работают. Макс, зарита печка работает, она снята. Ну хотя бы ветер должен быть? Да нет. А, блин, что нет? Ну как ветер, откуда? А, он прямо оттуда идет, сюда? Уже ж должен быть свой вентилятор. Да, тумблер есть, не знаю. Сложно сказать. Наверное, оттуда, я думаю, что прямо идет. А ну зажигание этот тухнет. Мы тут в дождь попали серьезно. Тухнет вот, этот. Вот оно идет и вот оно идет вниз. Ага. Воздуховоды оттуда прямо дует, да? Да. А ну тухнет этот давление масла? Нет. Ну чуть-чуть. У меня также в желтом горит. Это у них. Зарядка, зарядки нет. Думаешь, это зарядка? Может, она молотком постучать? Может. А что вот это? А, это повороты, наверное. Ну, да, да. Ну, нету. Нет. Один работал, кстати. А ну, давай. Ну, один на улице работал в прошлый раз. Блин, как все удобно. Раз, достал. Мы тут внутри, слышишь? Как бы сиденье подвинуть дальше? Легко. А, все. Я лег. Вот, Руслан, вот. Она прям поднимается вверх. Тут, вот, видишь, да? Ты за нее взялся, все правильно. Вот, защелка. А теперь... Подожди, подними мне сиденье. А теперь... Да. Нажал? Стоп, давай. Еще. Может, с той стороны такая же тонкая? А, может, с той? А как же двигать двумя руками? Да, да. Не, у меня тут одна. Ну, салазки есть, ну неудобно. Ладно, сидим так. Ждем, пока закончится дождь, чтобы качнуть тормоза. Что там ты качаешь? Блин, погодные условия серьезные, конечно, жесткие. Что-то тут чуть капает на меня. Или это мне кажется? Салон просторный, свободно все. Да, кто бы мог подумать, что будут все тряпки выпустить. Телефоны с видеокамерами. И можно будет вот так снимать, просто сидя под дождем. Плечом к плечу. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот я сижу, видите, что происходит. У меня немножко плечи шире, там, скажем, стандартных. Ну, где-то примерно такие же. И видите, что происходит. Немножко упираешься. То есть, когда открыто окно, очень удобно получается. А Максу свободнее.
Максу как раз машина четко под размер. А ну сядь, ты теперь не ломай. А, течет, ё-моё. Течет. Я еще думаю, слышишь, у меня в горбуне, думаю, откуда вода? Хорошо, теперь... хорошо можно посмотреть. Ох, и поливает, слышишь, это жестяк. Вон, с окна капает. С окна, да? Со стекла капает. Да, да, вон, со стекла капает. С заднего. Задний уплотнитель, короче, надо просто промазать его, снять. У нас же есть. Мы выбросили все тряпки, да, Руслан? На улице. Не, ну есть же где-то более чистые. Ай, мне на плечо капает, блин. Ну подними уплотнитель, вот. А, все, починил? Макс чинит уже, а починил. Такой вверх, а там уже купыр. На каком? На моем? Не, на том разобранном. На разобранном купырыш? Да. Уплотнитель. Ну, конечно, да, тут, я вам скажу, непросто. Ну, как машина сразу заработала, да? Ага, идеально вообще. Жалко. Слышишь, печки нету. Видите, мы тут запотели, сидим. Посмотрите, что на улице творится. Не знаю, как вам показать, сейчас покажу. Вон БХ-семерка. Куда вы басту запорожскую типа ставите? Просто жесть. Нет, тут своя же. Своя? На нее взять. Ну, от моего этот говорил, у него где-то на даче лежит. Помнишь, он нам говорил, что можно забрать? Да. Брат это... пошел, да, или нет? А вообще жизнь просто поливает. А у тебя там вид-то ничего не намокрый. Пойдешь закрывать? Нет. Вот это жесть просто. Макс говорит, где мы можем переждать такую адскую погоду? В Горбатом, конечно. Это точно. Просто поливает. Ну смотри, температура не лезет. 80 стоит и все, это месяц. Ну, погода. Сейчас охлаждение у нас дополнительное, видишь? Это нормально влупануло. Это нам завтрашней покатухи готовят погода, сюрпризы. Техосмотры я уже показывал. Давайте, кто не видел, смотрите, 11-й год. Так, а это, эти номера? Да, эти номера. Шестой месяц 11-го года. Ровно 10 лет назад. Обалдеть просто. И все года, смотрите, 9-й, 7-й, а раз в 2 года ж проходили. Блин, дед четко ездил, все. Да, номера эти же. 7402 Ан. Да. Вот так вот. Такой сильный может закончиться скоро. Ждем, короче. Да вон книгу можешь пока почитать. Или у тебя руки грязные, да? Да. Да у деда, походу, тоже не чище были, да? Да это ты, наверное, уже испачкал. Нет? Оно может со временем оплетка вытерлась. Сигнал, главное, работает. Только что зарядки, конечно, нет. Надо на оборотах попробовать будет к ней клемму снять. Угу. Работает четко. На задние колеса. Бензобак 30 литров, система смазки двигателя 2,8 литра. 2,8, да? Да. Воздушный фильтр 80 грамм. Масло, да? Картер коробки передач 1,5 литра. Картер рулевой механизм 1,3. Ступица передних 100 грамм каждая. Система гидравлики. А как 1,3 в рулевом? 1,3 литра? 0,13 литра. А, ну 130 грамм. Да. Передние амортизаторы 185 сантиметров каждый, сантиметров кубит, это 185 грамм. Рулевые данные. Зазоры между стержней клапанов 0,08, для выпускных 0,1. Ну что так мало? 8 сотых. Ага. А температура же наш более высокая, чем... у двигателей с водяным охлаждением. Давление масла не менее 1,2 килограмма при
3000 оборотов и температуре 85 градусов. 1,2 это прикинь, совсем мало. Вообще, да. Ну, то есть, видишь, он рассчитан. Ну да, современные датчики на 1 уже срабатывают. Да, на холостых. Да. Нормальная температура 80-95. Ага. Прогиб ремня вентилятора 12-15 миллиметров. Зазор между контактами 0,35-0,45. В трамблере? Да. Что там еще? В начале там то, что ты читал. Зазор между электродами свечей 0,6-0,75. Свободный ход педали 25-35 миллиметров. Все написано. Свободный ход педали. Свободный ход педали сцепления. Да, правда. Да. Вот. Угу. Сейчас мы посмотрим. Ну, такая подзатяганная книжка, не видать, дед мне ее очень часто пользовался. Ну, хорошая книжка, чё, все подробно. Все, дождь. Даже ящик сзади, чуть за задним сиденьем ложится, видишь? Что за ящик? Ящик, ну, любой ящик. А. Ну, небольшой ящичек за задним сиденьем. Ага, может. Чемодан типа. Ага. Подогрев двигателя с помощью отопительной установки. Подогрев двигателя с помощью отопительной установки. А, вот та трубочка, походу, она и есть подогрев. Подогрев двигателя. Да, ты вот, баста включаешь. Да, подогрев двигателя. И подогрев. Ты что, это видишь, какие годы было? А капиталисты к Вебасту-то позже пришло. Надо год изобретения Вебаста посмотреть. Они, мне кажется, содрали с этой машины. Ты же видел там Джеймсе Бонде, он это. Да, с кувалдой заводил. С кувалдой глумился, видно, хотел добить. Заводил, да. После пробега первых 500 километров. Смените масло в картере двигателя. Подтяните гайки крепления колес, рулевой сошки и болты крепления карданных шарниров и фланцев ступиц задних колес. Смажьте все точки двигателя, для которых предусмотрена смазка через 1000 километров. После 1000 километров пробега, смотри, все, тут показано все. Шо потяните тысяч? Гайки крепления головки цилиндров двигателя после 1000. Угу. Предварительно сняв валики коромысл клапанов. Соблюдая порядок, указанный на рисунке 24, подтяжку гаек производите только на холодном двигателе. Момент окончания затяжки гаек должен быть 4 килограмма. Ну, килограмма на метр. Ну, непонятно. После затяжки гаек и установки на место валиков коромысел, проверьте зазоры между коромыслами степени клапанов, при необходимости отрегулируйте. Проверьте, полностью ли открывается дроссельная заслонка карбюратора при полном ходе педали дросселя. Убедитесь в полном открытии и закрытии воздушного. Перед первым выездом удалите с деталей, имеющих декоративное покрытие, предохранительный состав чистой тряпки. 10 км в час? 20 км в час на второй передаче. 35 км в час на третьей передаче. 50 км в час на четвертой передаче. Нормально. Ты чё, пишите, а что про бензобак? Наверное, переключитесь. Что бензобак? Что-то говорит. Про бензобак ты там хотел прочесть. Тут при разгоне автомобиля можно допускать кратковременное незначительное превышение указанной скорости 1,2 передачах. Своевременно переходить. Чтобы ворота не высадить, тормози. Тормозит. Пока, короче, стояли, пока дождь, тормоза прокачались сами. Только ну мы одной стороной. Жидкость долили, ну одной, хорошо, хоть одной. Машина просто а сказка. Никого нет с твоей стороны сзади. Нет? Коля там. Коля? Хорошо, тебе не видно? А как не видно? Появились в окно. А, запотевшая все. Сейчас распотеет. Осторожно тут, не повреди. Не повреди дорожное покрытие. Тормоза? Заклинили, да? Видишь? Ага.
время. Ручник закрыт. Заклинит. Ты сильно резко их эксплуатировал? Да не, ну я ж пробую, а как? А как же мне? Плавно надо было. Там, ну. Слушай, были первый раз зеркала с завода? Нет. А как они ездили раньше? Ну, без зеркал. Только на Ялте были, на экспортной. Да ну ладно, может и были. Блин, тормоза заклинит. О, отпустила, да, чуть-чуть? Не, уже. Все починили, почти. Ну что, друзья, пока все, тормоза подклинили. Макс взял тряпку из лужи, просто протер, видите, сразу эту многолетнюю грязь, которая была, чуть смылась. Поговорил уже насчет покраски, он подварки. В общем, ну так машина нормально работает. Пока все на сегодня. Тормоза подклинили и зарядки нет. Это то, что мешает двигаться на сейчас. Ну, а в остальном все класс. Все, до встречи. Подписывайтесь. Всем пока.